тихо и привольно из века в век несет свои воды Днепр Славутич. По обеим сторонам его, утопая в садах и парках, раскинулся Кременчуг. Когда-то он был только стратегическим пунктом для обороны Приднепровья от набегов татарских и турецких орд. Прошли столетия, отшумели громы Великого Октября, и за годы советской власти Кременчуг вырос в большой индустриальный центр Украины. Приходом весны город, его жители и знакомые с детства улицы стали еще прекраснее. С раннего утра и до позднего вечера город живет своей жизнью. Улицы и площади, парки и набережные заполнены людьми. Весна принесла с собой радость, счастье, веселые улыбки 1 мая. На освещенные солнцем аллеи и площади вышли кременчужане встретить праздник весны. Демонстрантов движутся к площади Победы. Первыми среди промышленных предприятий идут колонны автозаводцев, за ними вагоностроители, коллективы завода дорожных машин и других предприятий. Рабочие, служащие, инженеры рапортуют о своих трудовых успехах в честь 50-летия советской власти. Знаменосцы. Кубки и награды, завоеванные в состязаниях, гордость наших физкультурных коллективов. Руководители городских и общественных организаций приветствуют колонны демонстрантов. Музыкой,
Песнями и танцами заполнили праздничную площадь коллективы художественной самодеятельности дворцов культуры. Сколько радости и счастья в глазах малышей в этот праздничный теплый день. Доверчиво эти дети прижались к шеям солдат. У них не было грозных военных дней. Девятого мая трудящиеся города пришли на братские могилы почтить память воинов, павших в боях за освобождение Кременчуга в годы Великой Отечественной войны. Легкий ветерок ласкает живые цветы на граните. Тяжелые слезы воспоминаний. Дошли, идут, сюда будут идти поколения, чтобы почтить память погибших в боях за радостные улыбки этих детей. Майор, гвардии капитан, мичман, старшина, сержант, гвардии рядовой, рядовой. Всех их приняла украинская земля. Вечная слава героям! После возложения венков погибшим воинам состоялся общегородской митинг. Его открыл секретарь городского комитета Коммунистической партии Украины, товарищ Козенко. Все выступающие, ветераны войны и герои труда, комсомольцы и пионеры, решительно заявили: «Нет войне!»